А что у меня нового? Так я нашла страничку своей старшей сестры двоюродной. Очень даже любопытно мне стало, что у меня здесь сестра такая. А еще нет, мама получит денежку, и мы съездим в Калининград. Я написала своей тете, что соболезну. Ну а так у меня дела нормально, в принципе, если не считать того, что, оказывается, у меня есть еще и двоюродная сестра есть старшая. И братик есть, оказывается. А вообще, которая бабушка умерла недавно, я ее не помню, потому что она приезжала в мой город, когда я была совсем маленькой. Видимо, совсем маленькая. А что у меня нового? Так я нашла страничку своей старшей сестры двоюродной. Ой, даже это попытка не стала, что у меня здесь сестра такая. Даже это попытка не стала, что у меня здесь сестра такая. Даже это попытка не стала, что у меня здесь сестра такая. А что у меня нового? Так я нашла страничку своей старшей сестры двоюродной. Очень даже любопытно не стало, что у меня здесь сестра такая. А вообще, которая бабушка умерла недавно, я ее не помню, потому что она приезжала в мой город, когда я была совсем маленькая. Видимо, она совсем маленькая. Не знаю, сколько мне было уже, но то, что я не помню, я даже фоток нету с бабушкой этой. Потому что как бы она меня не знает, и, ну, моя двоюродная сестра это по отцовской линии. Может быть, ей вообще про меня ничего не рассказывали. А что у меня нового? Так я нашла страничку своей старшей сестры двоюродной. Вот. Даже это попытка не стала, что это моя сестра такая. Даже это попытка не стала, что это моя сестра такая. Даже это попытка не стала, что это моя сестра такая. А вообще я ее случайно дошла, я сначала шла двоюродную свою сестру, как бы. Ну, она как бы мне двоюродная сестра по отцовской линии, потом нашла свою тетю. Опять-таки, по отцу. И на этой странице у тети в Инстаграм было то, что у нее умерла баба. А что у меня нового? Так я нашла страничку своей старшей сестры двоюродной. Ой, даже это попытка не стала, что у меня сестра такая. Даже это попытка не стала, что у меня сестра такая. Даже это попытка не стала, что